что если там, например, идет ожог или вот эрозия, там, где нарушается целостность, там, где непроникающее ранение, то лидокаин, алкаин, он способствует медленному заживлению, там будет замедляться регенерация ткани. То есть увлекаться нельзя. Ну, вот у нас уже Котовская больница благодарит вас за лекцию, Тарутина, спасибо большое за интересную лекцию. И если вопросов в аудитории больше нет, то спасибо вам огромное за лекцию. Давайте поблагодарим наших доказательств. И области спасибо за участие в занятии.